Бәрі енді тұлқынланамыз. Қазір сізден кетте барыңызға, сіздің тағын бір нашид енді, неше бәтірген үрген мүнәджәт, духовный песнопение, как мы называем. Это произведение о 25 именах пророков, которые упоминаются в священном Коране. Перевод Насифы Каримовой. Всех. У нас дома остались мужья, дети. Ну, они нас благословили, сказали, что вот вы, пожалуйста, уж там не опозорьте Москву. Не опозорили пока? Следующее произведение, оно про нас. Написали мы его на слова башкирской поэтессы Дили Булгаковой. Альхамдулилля. Thank you.
замечательными людьми, в том числе и с нашим муфтием Равилем Хазрятом Гайнутдином. И совсем вы знаете, недавно, в 15 году, была реконструирована Московская соборная мечеть. И вот эту песню мы посвятили этому событию. А на экране вы увидите эту мечеть. И перед тем, как приехать в Татарстан, также был тур юбилейный по городам Московской области. И вот мусульмане, татары всем передавали вам огромный-огромный привет. Всех благодарили за то, что у нас есть такая замечательная духовная родина – Татарстан. Татар халык сезлере манара. Дырмады, дырмады, дырмады.
бегать.